Меня забрали квартиру нечестным путем. Писала президенту в обращении как раз в самый момент коронавируса. В итоге мне сказали, должны пройти суды. Жительница Одинцовского округа лишилась не только квартиры, но и солидной суммы денег. Она стала жертвой кредитного потребительского кооператива. И этот случай, к сожалению, не единичный. Причина, как правило, у всех одна – недостаток юридических знаний. Повысить уровень правовой грамотности – одна из целей социального проекта, который был запущен около года назад. Цель проекта – восстановление нарушенных прав граждан, разъяснение мер государственной поддержки для физических лиц, а также повышение уровня правовой грамотности среди населения. Такие приемы в местном отделении «Единой России» проходят еженедельно. Чтобы получить бесплатную юридическую консультацию, нужна предварительная запись. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».